сегодня поговорим о зубах. А знаете, почему у маленьких детей падают зубы? Потому что мы становимся большими, а зубки остаются маленькими. А чтобы тоже зубки выросли, нам надо, чтобы зубки маленькие упали. А когда у вас вырастут большие зубки, их надо чистить 2 раза в день. А то у вас появится кариес. Сегодня все, ребята. Поставьте лайки, подпишитесь на мой канал. А если будут вопросы, пишите комментарии. Пока-пока!